Друзья, всем привет, с вами Алексей. Сегодня у меня на обзоре электрощит, который собран для частного дома. Это Киев, под Киевом есть коттеджный городок Гринвуд. Этот щит на 216 модулей, он по своей концепции, он содержит в себе в одной автомат, в одной УЗО, реле контроля напряжения, генератор, астрономический таймер, ну и весь набор автоматических выключателей и УЗО на групповые линии. Сейчас я подам на него питание, сразу к делу, и покажу, как он работает. Значит, смотрите, подаем питание. Вот, включаем общий автомат, включаем УЗО. Это УЗО, селективное противопожарное УЗО. Запускается реле контроля напряжения. Запустилось. Щит выполнен на клеммах. У нас в верхней части щита находятся клеммы. Двухуровневые клеммы и одноуровневые клеммы. И специальные клеммы для подключения алюминиевых проводов. Там у заказчика заходит кабель с сечением, вернее, кабель с проводами с сечением 25 мм квадратных алюминий. Вот все линии подключаются на верхние клеммы. Вот, запустили, да? Запустили щит, и у нас питание теперь пошло по щиту. Вот, здесь есть внизу кросс-модули, две штуки. Первый кросс-модуль — это тип питания сеть, то есть все потребители сюда подключаются, которые питаются только от сети. А ко второму кросс-модулю подключаются все потребители, которые питаются как от сети, так и от генератора. Вот такой у нас щиток получился. Каждое УЗО контролирует свою группу автоматов, запитывает свою группу автоматов. Так, у нас сейчас покажу, есть интересный момент, как у нас работает генератор. Если нужно включить генератор, значит, я имитирую пропадание электросети, отключаю общий автомат и иду к генератору, якобы запускаю генератор и подаю питание от генератора. Вот, включаю автомат от генератора, и у нас запускается реле контроля напряжения, которое контролирует питание от генератора. Вот, у нас запустился это реле, и у нас запустился, вернее, светится индикатор работы генератора. Значит, у меня в щите есть специальное устройство, звонок, который работает, когда появляется основная электросеть при работе генератора, ведь это не очевидно. У вас, вы запустили генератор, у вас все потребители работают, да, почти все, и они у вас так и продолжают работать, когда появилось основное электропитание, да, и генератор работает. Вот, поэтому нужно этот момент обнаружить и отключить генератор. Вот, поэтому вот такая вот функция. Значит, у нас при работе генератора этот переключатель реверсивный в нижнем положении, и когда у нас появляется сеть, сейчас это покажу, имитирую включение сети. У нас срабатывает звонок. Вот он. Довольно-таки громко. Подходим к щиту, отключаем автомат от генератора. Все. Мы поняли, что у нас появилась электросеть. Вот. Даже по этим электронным напряжениям видно, что электросеть появилась. И мы отсекли питание от генератора, от щита. Идем к генератору и выключаем его. Значит, вот такой у нас щит. Вот у нас его панели внешние. Вот такое у нас получилось короткое видео. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Также жмите колокольчики, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И будет интересно. До встречи в новых видео. Спасибо за внимание. Всем пока.